Работы по поддержанию уличной дорожной сети в областном центре продолжаются. Пока единственный способ сохранить трассы в проезжем состоянии – провести ямочный ремонт. В первую очередь латают дороги по предписанию ГИБДД. Дефекты устраняют там, где ездит общественный транспорт. На ямочный ремонт потрачено уже более 16 миллионов. Во второй половине месяца начнется капремонт. Будут восстановлены в основном улицы с пропуском транзитных потоков, такие как Первая Болинская, Парижская коммуна, Суздальская и другие. На этих улицах заменят два верхних слоя асфальтового покрытия, отремонтируют тротуары и газоны. Срок гарантийных обязательств подрядчик на себя принимает количество 5 лет. Значит, дороги, они эти сроки пока, во всяком случае, выдерживают. Да? Если какие-то происходят неполадки на этих дорогах, капитально отремонтированные, скажем, в том же прошлом году, подрядчик обязан их за свой счет устранить, эти недоделки или те замечания, которые всплывают.